Здравствуйте, дорогие друзья! Зовут меня Рожевалова Наталья. И сегодня мы с вами начнем небольшой курс мастер-классов, который будет посвящен тюльпанам. У нас уже был небольшой как бы, кусочек, посвященный тюльпанам, когда мы вышивали вот такую работу с весенними цветами. Но тут у нас было практически два одинаковых тюльпанчик один чуть более распущенный, другой совсем закрытый. И, в общем-то, мне захотелось еще продолжить эту тему, потому что даже когда мы вышивали мальву, то мы с вами говорили, что вот этот вот цветочек, который сделан частично с отдельными лепестками, он сделан таким способом, который можно использовать тоже при вышивке тюльпанов. И, в общем-то, мне захотелось показать вам все возможные, ну, практически все возможные варианты, которые могут возникать при вышивке тюльпанов, как на принте, так и с чистого листа. Вот была у меня еще работа тоже с тюльпанами, где было огромное количество тюльпанов. И здесь были как тюльпаны закрытые, так и повернутые чуть боком. И вообще, которые смотрят на нас и полностью открыта у них серединка. И случаев, в общем-то, может быть очень много. Как и по степени раскрытия цветка, так и по тому, как он расположен, то есть как он повернут к нам. Итак, начнем мы опять с ботанической, так скажем, части. То есть как, как вообще у нас может располагаться цветок тюльпана, каково его строение. И затем уже перейдем к тому, как уже можно это все вышивать, какими способами. Я буду вышивать вот на таком красивом принте с белыми тюльпанами. Это принт сделан компанией Фиди, мастерская вдохновения. И здесь вот как раз у нас несколько случаев встретятся, как расположены тюльпаны, то есть либо боком, либо вот так вот практически тюльпанчик смотрит на нас, но он не до конца открытый. Этот тюльпан чуть больше открытый, и тут интересные случаи, как расположены листья. То есть на этом принте я покажу практически все возможные случаи. И какие-то случаи уже покажу ну, на вспомогательном, так скажем, кусочке ткани. Те случаи, которые здесь мы не видим. Если вы любите вышивать с чистого листа, то вы можете взять за основу тоже вот такой букетик. Но вместо вазочки сделать, например, просто стебелечки этих тюльпанов. Итак, давайте сначала рассмотрим, какие же могут быть случаи. В начале своего мастер-класса я вставила небольшую презентацию. В общем-то, я теперь взяла за правило всегда сначала обращаться к картинкам из интернета потому что это очень важно, сколько, например, лепестков, как он, они могут располагаться, какие тычинки и пестики и так далее. То есть очень это важно, чтобы не было, ну так скажем, несоответствия на картине с тем, что на самом деле бывает в природе. Итак, вот первый момент какой. У тюльпана у нас 6 лепестков, и расположены они так, что три лепестка, ну я условно так рисую, три лепестка, они как бы чуть ближе к середине, три лепестка чуть дальше. И, соответственно, когда тюльпан закрытый, то это видно. То есть вот на этой картине тоже видно, три лепестка. Вот это такой широкий лепесточек. Три лепестка они как бы снаружи, три лепестка они сходятся ближе. Вот это важно учесть. И здесь вот это видно, и здесь это видно. То есть как бы через один. То есть если мы будем вышивать цветок, который смотрит на нас, то будет у нас такая ситуация, что три лепестка, они будут выше вышиваться, то есть три лепестка будут сначала леп... вышиваться, три лепестка уже позже, то есть можно это делать вышивая через один, например. Дальше какие возможны варианты расположения и, так скажем, степени расцветания цульпана, то есть может быть цульпанчик совсем закрытый. Мы вот такой случай рассматривали на картине, но все равно мы к нему вернемся. Здесь можно немножко по-разному расположить вот эти боковые кончики. Сейчас, кстати, кроме классических тюльпанов, у которых лепесточек расположен примерно вот так: вот, да, уже есть очень много тюльпанов, у которых какие-то острые такие лепестки. И цветы могут быть абсолютно разного цвета. Мы все-таки будем ориентироваться вот на такой лепесток, который похож на сердце. То есть такие лепестки все-таки встречаются нам чаще. Вот это углубление, оно может быть чуть больше, чуть меньше. Но все равно это более как бы классический такой вариант. Тюльпанчики с острыми кончиками тоже встречаются вот с такими лепесточками. Но их как-то вот и художники реже рисуют на картинах и на принтах. Они реже попадаются, хотя тоже таких тюльпанов видов довольно много с острыми кончиками. Дальше, следующий у нас этап, когда уже начинают вот эти вот лепестки боковые как бы отходить, но ну, художник из меня <laughs> не очень хороший, но, в общем, вот отходить, и там видно задние лепестки тоже. Может быть, еще случай, когда тюльпан совсем раскрылся, это вот, например, вот такого плана. И что еще важно, у тюльпана есть пестик, и он такой довольно толстенький, он как бы вот из трех Таких частей состоит, то есть, ну, как бы он тре... похож на треугольник, если мы будем смотреть сверху. И у него 6 тычинок, они могут быть более такие вот уже как бы созревшие, менее созревшие, более пушистые, так скажем, там больше пыльцы уже и менее пушистые. Опять-таки, тоже это зависит от того, как он расцвел это вот если цветочек расположен у нас боком но может быть случай какой что цветок смотрит полубоком. да, то есть например видно часть задних лепестков и видно часть передних лепестков где-то сбоку то есть цветок немножко к нам наклонен, может быть случай, когда цветок вообще смотрит на нас. Может быть случай, когда он смотрит на нас, но мы его видим как бы вот не распустившимся еще до конца, да, то есть вот три лепестка внутренние, три лепестка внешние, и мы его смотрим, видим спереди, <laughs> в общем, эта вот ситуация похожа вот на такой вот цветок. То есть он повернут к нам, но не распущен до конца. Так, и немножко еще скажу о листьях. Листья у тюльпана, я думаю, вы знаете все, что они длинные, они довольно широкие. Их может быть несколько на одном стебельке. Стебелек довольно толстый у тюльпана. Здесь у него нет никаких чешелистиков. То есть сразу после стебелька идет цветочек. И вот эти вот листья можно тоже делать разными способами. И эти листья могут располагаться, как мы уже говорили, вот в случае с картиной, когда мы делали нарциссы и тюльпаны, они могут располагаться за тюльпанами. И тогда нужно вышивать часть листьев сначала. Листья можно вышивать обычным ленточным стежком, где-то с перекрутом ленты, например. Можно делать листья в виде аппликации. Например, вот если анализировать данный принт, то вот этот листик, например, можно сделать в виде аппликации, свисающим сюда, какие-то листики можно вышить, какие-то сделать в виде аппликации, то есть использовать два способа. Итак, что нам пригодится? Ну вот в данном случае у меня принт практически квадратный, 24 на 24 сантиметра. Снапики у меня не подошли по размеру, поэтому я буду использовать пяльцы вот такие круглые, Дальше. Для листвы. Если у вас крупные тюльпаны, возможно, нужна лента 5 сантиметров. У меня тюльпаны не очень большие, поэтому и лента может подойти 2,5 сантиметра. Для стебельков можно 12 миллиметров использовать. Опять-таки я взяла несколько оттенков. Они вот такие сочные, как называют их иногда цвета весенней листвы, то есть именно, чтобы они соответствовали вот моему рисунку. Белые ленты я буду использовать. О белых лентах как-то я говорил уже в каком-то мастер-классе, что их есть очень много тоже. Диапазон ширины то есть есть два с половиной сантиметра как-то чаще мы ее используем и я тоже буду ее использовать ленту два с половиной сантиметра если где-то тюльпанчик у меня поменьше можно использовать ленту вот бывает даже два сантиметра не так часто она встречается если тюльпаны побольше то можно использовать 38 миллиметров тоже это не так часто встречается, но бывает в магазинах. Вот 38 миллиметров лента. И в каких-то случаях подойдет лента 5 сантиметров. Если тюльпан довольно большой, то нужно использовать ленту более широкую. Итак, то, что касается ленточек, ну, как всегда, иголки разной ширины, поскольку мы будем использовать способы и с помощью отдельных лепестков, то нужны иголочки с большим ушком и потолще, для каких-то случаев, подойдет иголочка поменьше, но опять-таки с большим ушком будем использовать моно нить, потому что будем в каких-то вариантах мы между собой сшивать вот эти отдельные лепестки но как всегда нужна зажигалка может быть запасная зажигалка и ножницы итак это предварительный такой обзор материалов предварительный обзор вариантов приступим мы с вами к работе итак сначала я подготавливаю пяльцы. Принт предварительно нужно погладить, чтобы не было, например, вот бывает складочка такая, как он сложен, бывает пополам. Так, пяльцы я уже вам показывала разных видов, но вот на таких круглых еще я не вышивала на камеру, хотя это, в общем-то, возможно, у многих такие именно пяльцы и есть. Эти пяльцы удобны в том случае, если вся работа умещается. Вот в данном случае она вся умещается в, эти, в этих пяльцах. Для того, чтобы плотнее натянуть материал, можно вот еще потом дополнительно краешки вот так вот потянуть как бы вниз и внутрь. То есть не туда, а внутрь чтобы была более плотная натяжка принта. Посмотреть, где вот это необходимо. Итак, вот у меня тюльпанчики небольшие. Я вам сейчас скажу даже, какой они величины. То есть тут они у меня где-то 4 сантиметра, где-то даже 3,5 сантиметра. Вот на этой работе мы вышивали с вами тюльпаны, они были 6 сантиметров то есть можно вышивать тюльпаны либо натуральной величины, вот где-то 6 сантиметров, можно чуть меньше. Итак, мы с вами, как всегда, начинаем с того, что нужно проанализировать. Если мы вышиваем, например, цветок, я хочу вот начать со случая, когда тюльпан почти закрыт, то у нас под ним проходит зеленый лист. Поэтому вот будут у нас случаи, когда я сначала буду вышивать лист зеленый, потом уже и тюльпан. и такое встречается довольно часто. Итак мы заодно сейчас с вами посмотрим как вышить лист, который будем вышивать просто ленточным стежком таким длинным. здесь вот посмотрите из вазы все. Выходят листья, где-то вот они будут перекрываться еще другими листиками. Я сейчас буду вышивать вот один листик. Еще тут получается второй листик. И на нем уже лежит стебелек. То есть очень часто у тюльпанов лист, он как бы вот так вот обхватывает стебелек. Итак, первое, что у нас, это вот листик, который идет. Отсюда из вазы расправляем ленточку. Вот у меня достаточно 25 миллиметров. То есть мы, когда прикладываем ленту, мы смотрим, что она прикрывает весь лист, даже вот этот вот толстый. А вы посмотрите, если у вас не прикрывает, то возможно нужно использовать ленту шире. Для того, чтобы сделать остренький кончик, я буду делать ленточный обычный стежок, но немножко вот здесь вот оставляю я объем. Потому что когда, во-первых, мы затягиваем этот стежок, то немножечко подтягивается листик. Во-вторых, когда тут еще что-то у нас будет накладываться. Будет лучше, если немножечко он у нас будет лежать свободно. Если листья вот такие большие, и, и они сделаны ленточным стежком, то лучше каждый листик делать отдельно. То есть отрезаем кончик и подпаливаем его аккуратненько под работу, вот именно туда, где у нас вот этот лист зеленый так дальше еще один вот такой вот листик он где-то кончается под тюльпаном будем считать потому что у нас вот эти два листика они оба уходят куда-то туда начинается он наверное вот тоже в вазе но нам видно Вот так вот, наверное, он идет. Тоже почти из этой точки. Иногда бывает, что сложно вот определить, где листик. Если, например, не видно, откуда он идет, бывает, что можно из-под цветка его вывести. Но все равно вот эта логика должна сохраняться. Вот этот листик, он тоже у нас куда-то вот выходит, изгибается немножечко можно его даже вот как-то изогнуть и тоже увести под этот же цветок. Цветок мы будем вышивать уже поверх листьев. Ну, вот так вот я его закончу вот здесь. То есть это вот этот вот второй уже лист. Листики можно вот как-то повернуть, наклонить. Где-то вот тут вот специально мы будем изгибать их. То есть случаи с листьями тоже могут быть очень разные. Так, и вот тут вот можно подпалить, в принципе, под цветок. Так, дальше тут у нас шел стебель. Вот этот листик можно сделать позже, он у нас потому что вот даже можно его сделать будет отдельной более узкой лентой, а вот стебелек он вот идет как бы внутри этого листа и к тому же самому тюльпану. Стебельки буду делать вот такой ленточкой. Так, не пугайтесь, что мы вот закрыли этот цветок, потому что мы сейчас все равно к нему придем. Выведу я вот этот стебель так, чтобы он прям вот был внутри вот этого листика. И приду вот туда, где у меня начинается. Тюльпан. Так, вот эту вот скруточку делаем аккуратненько. Если нужно, прямо пальцами. В каких-то случаях он сам закручивается хорошо, если просто вот так крутить. В каких-то случаях приходится прям вот так вот пальчиками подкручивать и делать отдельно вот каждый вот этот загиб. Так, приведу я этот стебелек вот сюда. Стебелек, в принципе, можно делать и после тюльпана, после вышивки тюльпана. Можно вы делать до вышивки тюльпана. Чешелистиков здесь нет, и получается, что вот этот вот стебелек, он просто близко подходит к самому цветочку. И сейчас мы с вами рассмотрим случай, вот когда тюльпан практически закрыт. Чуть-чуть он начинает открываться. Это будет похоже на то, что мы делали на картине с весенними цветами. Но кто-то это делал со мной, кто-то не делал. Поэтому, я думаю, повторить все равно этот случай нужно. Значит, я вот сейчас попробую ленту 25 миллиметров хотя может быть у меня и 2 сантиметра подойдет лента потому что тюльпанчики не очень крупные когда мы вышиваем лентой широкой ну вот два с половиной сантиметра лучше брать иголочку потолще отрезает ленту под, под углом острым. Кончик я обычно просто опаливаю. Но вот в данном случае, чтобы сделать наш тюльпан объемный, мы можем использовать два варианта. То есть для объема нам нужен либо французский узелок в середине этого тюльпана, либо нам нужен плоский узел, который мы сделаем с лица. То есть вот если мы только начинаем работу, то мы можем сделать плоский узел. Когда я вышиваю, то на широкой ленте обычно я последнее время просто опаливаю конец. Но вот плоский узел можно использовать для того, чтобы был объем. Так. То есть первый у нас будет плоский узел для объема. Дальше мы сделаем, здесь не видно, конечно, все 6 лепестков. То есть мы можем сделать 2 или 3 лепестка вот в середине и 2 лепестка такие как бы сбоку. Да? Как это сделать? В данном случае у нас вот этот узел, он в середине тюльпана, поэтому можно снизу можно сверху начать и сделать вот эти вот центральные лепестки. Здесь мы просто их вышиваем классическим способом, то есть это прямые, будут у нас прямые стежки. Так, и я вот смотрю, где у меня этот стебелек. Он у меня спрятался под листик то есть я должна прийти туда, где у меня заканчивается стебелек. Стежок вот этот вот он обычный прямой. И стараемся, ну вот если не одним, то уже вот когда будет два у нас стежка или три, этими стежками спрятать вот этот вот плоский узел. То есть соседний стежок мы отступаем буквально одну-две ниточки и из того же почти места, где вот у нас стебелек заканчивался. И там, где мы с вами ввели вот эту вот ленту, практически из той же точки выводим вот уже следующий лепесток. И почти тоже сюда же, вот где у нас первый Возвращаемся. То есть это у нас вот два, скорее всего, будет лепестка, которые у нас как бы снизу. Вот они. Но у нас еще будет вот тут вот два чуть-чуть сбоку. Вот эти два лепестка, которые сбоку, они могут быть тоже вот так же прикрыты а могут уже немножко отходить. Но вот на этом рисунке они прикрыты, поэтому их можно делать тоже обычными прямыми стежками. Если же бывает, что уголки вот как бы немножечко отходят, то тогда можно делать ленточный стежок, но ленточный стежок тогда нужно начинать вот уже отсюда, от основания. Опять почти в ту же точку. Вот лучше прямо ближе туда, где вот этот стебель у нас. Но смотрим, чтобы не попасть в ту перемычку, вот где у нас между двумя лепестками. Возвращаемся сюда. Ленточку, вот, ну, я как-то стараюсь все-таки всегда класть лицевой стороной. И вот если тюльпаны белые, то они могут быть прям белоснежные белые, могут быть у основания чуть-чуть как бы такие желтоватые или даже зеленоватые. То есть можно немножечко их потом будет подтонировать. У основания красками, но в данном случае это мы будем делать уже после, потому что у нас вот тут часть листьев мы сначала вышивали. Так, и я тяну вот то за один конец, то за другой конец ленты там снизу, для того, чтобы придать вот более естественную форму. Если вот вам кажется, что вот этого плоского узла мало, то можно делать даже вот и плоский узел, и рядышком, например, сделать еще французский узелок. Вот за счет того, что лента широкая, он будет большой, и тюльпанчик будет еще более объемный. То есть это уже смотрите на свое усмотрение. Так, и так я вот здесь сейчас внизу, и мне нужно вывести вот сюда еще один лепесток. То есть их у меня будет 4, потому что этот цветочек мы видим вот практически сбоку. И в данном случае мы его полностью вышиваем. То есть тут нет никаких элементов аппликации. Но такой случай мы с вами тоже будем рассматривать в следующей части. Вот если лепесток чуть-чуть вот так вот загнулся, смотрите, как он хорошо лег, то можно вот так и оставить. То есть он прям очень даже гармонично вот так вот тут вот завернулся. То есть очень часто ленточка сама подсказывает нам какие-то вот варианты, как лучше ее уложить. Так, вот у нас получился первый тюльпанчик. Ну, хотите, чуть-чуть ее можно вот эту складочку побольше сделать или развернуть слегка. Но вот мне нравится. То есть у нас видны там и внутри лепестки. И видно, что есть внешние лепестки, которые ближе к нам расположены. И есть лепестки, которые дальше от нас расположены. Итак, сегодня мы на этом закончим вот нашу первую часть. Мы с вами рассмотрели, во-первых, листики, как можно сделать именно с помощью вышивки, и рассмотрели один способ, как можно сделать тюльпан. Итак, спасибо большое за внимание. До свидания. Смотрите продолжение в следующей части.